Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на интересный, самый главный прикладной гаджет, который поможет абсолютно всем. Особенно он будет актуален тем, у кого есть дети. И это не обязательно мамочки, на самом деле папочек это тоже касается. Мне кажется, технологические решения, как раз их должны заинтересовать на 100% не меньше. В общем, поехали, обо всем по порядку. Инфракрасный цифровой термометр BBLove R1F1. И это модель, которая максимально компактная, но при этом ориентирована на измерение температуры тела, и это очень важно. Работает данное устройство от пальчиковых батареек. То есть это AAA батареечки, соответственно, туда две штучки устанавливаем, и все. Как только батарейки будут заканчиваться, есть индикация на дисплее, где все будет продемонстрировано. На самом деле управляться с данным термометром очень и очень просто, так как здесь нет каких-то супер невероятно сложных настроек, но при этом достаточный функционал для того, чтобы удовлетворить все ваши нужды и потребности. Начнем с внешнего вида. Это компактное, интересное устройство, которое больше всего напоминает пульт дистанционного управления. С фронтальной части находится дисплей, он достаточно крупный, имеет подсветку, за счет чего измерение температуры даже ночью теперь проблемой не станет вообще никакой. И одна единственная кнопка. Она у нас и будет управлять всем функционалом, ну а работает все максимально просто. Внутри устанавливаются две батарейки типа AAA, ну и далее вы подносите ко лбу, лоб должен быть открыт, не волос. Должен быть сухой, без пота, и желательно вы должны вместе с термометром находиться в помещении 10-20 минут до того, как будете производить измерения. Устанавливаем его напротив лба на расстоянии от 1,5 до 5 сантиметров и нажимаем кнопочку измерения температуры. Далее мы слышим звуковой сигнал буквально через 1-2 секунды и видим конечный результат измерения температуры. Вау, максимально просто. Кроме этого, вы можете посмотреть 32 последних замера, они заложены внутри, то есть у него есть эффект памяти, включается максимально просто, устройство выключено, далее зажимаем кнопочку на 4 секунды, переходим в режим просмотра последних 32 измерений температуры. Автоматическое выключение тоже предусмотрено, поэтому батарейка лишнего расходоваться не будет. Но когда батарейки подойдут к концу, появится соответствующая индикация на дисплее. Но кроме этого есть и другие моменты. Первый, вы можете переключаться между режимами Фаренгейта либо Цельсия, именно то, что нравится вам, и то, что удобнее вам. Ну и, конечно же, изображена голова. Она мигает для того, чтобы показать вам, правильно или неправильно расположен термометр по отношению к голове человека, у которого вы измеряете температуру. Кстати говоря, у себя замерять температуру тоже возможно, и делать это не сложнее, чем у кого бы то ни было. Диапазон температуры от 32 до 42,2 градусов, за счет чего мы можем измерять как самую высокую, так и низкую температуру. Есть звуковая индикация, которая аналогично помогает нам ориентироваться. Если температура высокая, у нас будет 6 соответствующих пиков. Если температура слишком низкая, на экране высветится LO, то есть low, слишком низкая температура. Ну а если она превысит 42,2, то будет написано HI, то есть height, слишком высокая. Ну а по методу применения тут все очевидно. Конечно же, первое — это наши с вами дети. Если с ребенку нужно измерить температуру, многие родители знают, и я в том числе, что это целое искусство, так как ребенка нужно уговорить, усадить, это нужно подождать достаточное количество времени, ему это не очень интересно и не очень хочется. Конечно, при этом дети все равно болеют и все равно это приходится делать, но что делать, особенно если это ночью, ребенка нужно поднять, разбудить и так далее. Здесь это можно проделать буквально за считанные секунды. Очистили лобик, проверили, что он сухой, немножко подождали, чтобы он там не был уткнут в подушку, в одеяло и так далее, и произвели измерение. Если же мы говорим про себя, бывает очень часто, что мы болеем настолько сильно, особенно в зимнее время, что прям-таки даже подняться с постели нету сил. Ну, тем более сидеть с градусником, вы можете легко уснуть, встать, он упадет, разобьется, не дай бог он будет ртутный, соответствующие последствия. Здесь этого можно избежать на все 100%. Взяли, измерили, поняли свое состояние, окей, лечимся, либо отдыхаем, в общем, решаем уже по ситуации. И вот такой формат использования очень крутой. Гаджет еще и миниатюрный, следовательно, вы можете его взять с собой, без каких бы то ни было проблем. Если это, например, поездка в отпуск, либо по работе, абсолютно, он всегда находится с вами. Можете взять его на работу, либо разместить его у себя в офисе, тем более это будет удобно. Каждый сможет измерить температуру, особенно в современных реалиях, это более чем актуально. Это компактный гаджет, пришли на работу, температурку померили, в журнал занесли, все, никаких вопросов нету. Вот именно вариант того, что это мобильный гаджет,
простой, удобный и, самое главное, точный, является основополагающим. И не менее важный фактор того, что он еще и является бесконтактным. То есть, если человек будет в перчатках, то с тем, кого он будет измерять, он даже взаимодействовать не будет. То есть, обычный градусник, это мы поставили под мышку, либо взяли в рот. Ну, в общем, вы в любом случае контактируете с источником, который меряет вашу температуру. Здесь 1.5 сантиметра, 5 сантиметров. Вот в этом промежуточке поднесли, и все, до кожи мы не дотрагиваемся. Ох. Со всеми вот этими современными пандемиями и так далее, это прям-таки действительно важный фактор. Ссылка будет в описании. В общем, один раз купили и забыли. На всю семью отличная штука. Ну и, конечно, что правильно, большие пальцы вверх ставим, если видео вам понравилось. Подписываемся на канал, внизу есть красная кнопочка. Она обязательно должна стать серой. Пишем ваше мнение в комментариях. И, конечно же, не прощаюсь. Совсем скоро увидимся.